Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы трудимся на даче. Я покажу, как легко и просто посадить грушу, чтобы она прижилась у нас на нашей даче, на нашем участке. У нас хотя уже 5 груш. Вот смотрите, вот одна из многих. Достаточно успешно они прижились, растут. Но нам посоветовали памяти Яковлева, вот такую грушу нам посоветовали. Говорят, очень вкусная, в сентябре вот созревают они, груши. И давайте мы сейчас очень легко и просто я покажу, как посадить нашу грушу. Вот она груша с открытой корневой системой, но ничего страшного. Сама груша в памяти Яковлева. Далее выкопали мы яму. Даем немножко песка для дренажа. Вот так равняем. Вот она у нас прививка, видите? Прививка должна быть. Значит, надо еще подкопать немножко. Чуть-чуть сейчас еще поглубже сделаем. Вот так нормально. Вот наша груша. Далее. Здесь, смотрите, сейчас мы... Что мы делаем? Можно даже добавить какие-то... грунт какой-нибудь с витаминами. Но... осенью и так нормально все приживается. Сажаю я или весной, или осенью, но это и так понятно, что не летом, в жару. Весной, в конце апреля, в начале мая, осенью, в конце сентября до 15 октября мы сажаем. Здесь очень хорошо добавить немножко углей из бани, что остались в корне. Это не вредно, но... поможет нашей корневой системе. И дальше вот так вот просто мы это все дело равномерно закапываем. Здесь, смотрите, закопали. Все это дело как следует трамбуем. Вот так вот посильнее. Еще земли. Вот смотрите, прививка. Самое главное. Прививка, чтобы осталась снаружи. Вот так вот ее нельзя закапывать. Ну все. Сверху что мы даем? Немножко песка. Добавили песка. Утрамбовали, нужен обязательно колышек. Вот так вот воткнули колышек, там пока все влажно, мокро. Здесь вот этой ниточкой завязываем. Так вот. Ну далее сверху еще добавляем наши остатки воды. Остатки воды добавили, сейчас вода впитается. Достаточно еще раз утрамбовать. Все, мы посадили грушу. Дальше уже осенью уже дополнительно можно уже обрабатывать. Я про это отдельное видео. Поливать летом, вокруг убирать сорняки обязательно. Но это общее. Кидаю я мульчу с газонокосилки вот в этот круг. И обязательно этот круг мы убираем от сорняков, чтобы лучше наша груша развивалась. Итак, вот так легко и просто мы ее посадили. Могу показать, как прижились от наши другие груши. Все, с этим мы разобрались. Вот, так же легко и просто я сажал. Вот, посмотрите, вот одна груша, разные сорта. Вот вторая груша, все без проблем. Ну и вот еще две груши. Все растет, и одна там, не будем до нее уж ходить. Все. Ну и так, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся и ставим лайки. Всем пока!